История дня на ТВ Рус. Привет всем, это ТВ Рус. Отправляемся на поиски поводов для радости в эту пятницу. Начну издалека. Как-то американец по имени Чарльз Дэроу придумал игру, которая очень увлекла его домашних. Тогда он решил все это дело монетизировать и пошел в компанию Parker Brothers. Менеджеры тамошние не заценили, но Чарльз не расстроился. Он решил продавать самодельные образцы своей игры. И очень в этом преуспел, кстати. Тогда-то менеджеры и очнулись. Сразу прибежали к Чарльзу, пожали ему руку, подписали соглашение. И так 5 ноября 1935 года вышла в широкую продажу игра «Монополия». Самая популярная до сих пор игра во всем мире. Кстати, во время Второй мировой войны в немецкие лагеря для военнопленных привезли специальные коробки игры с «Монополией». Там были настоящие карты побега и компасы, а деньги из «Монополии», ну, игрушечные, были перемешаны с настоящим. Еще один забавный случай произошел в этот день. 5 ноября в 1930 году в квартире писателя Синклера Льюиса раздался телефонный звонок. Голос на том конце провода представился корреспондентом шведской газеты и сказал, что Льюис Синклер – первый американец, обладатель Нобелевской премии по литературе. Но писатель не поверил и бросил трубку. Вот дурачок. Из необычных праздников сегодня день, когда мужчины готовят ужин, и день рыжих. Кстати, рыжих в мире очень мало, всего 1 на 100 человек. И самая большая их концентрация на землях Ирландии и Шотландии. И вот еще один любопытный факт. Рыжие практически не сидеют. У меня все на сегодня. Хороших вам выходных и до встречи на ТВ Рус. Все, пока. Пока. Пока.